Привет, вы на канале Мини-Макс. Настя, кто это такие? Жизнь домашних животных. Вау, классно, сколько их много. Глянь. Это Макс маленький, Макс. Да? Это такой маленький Макс. Максик. Вау. Привет. Привет. А вам, это глянь. Кто такой? Это Макс маленький. Да. А это? А это? Бульдожище. Вот это, да, такой интересный бульдог. У них такой, да? Да. Это такой. Ой, Макс большой, смотри, Настя. Ага. Смотри, какой большой. Мама, это маленький вот такой Макс, а это большой? Кролик. Кролик, глянь, какой у него хвостик. Мам, глянь, какой у него хвостик. Ой, какой он красивый. А есть большой, да? Да. Вот давай возьмем этого маленького. А ты покажи это большого. Ого. Ой, какой красивый. А вот смотри, кошка вот эта, с тайной жизни. О, да. Глянь, какой хвост длинный. А ну-ка. Какая она красивая. Хвост, глянь, мам. Хвост, глянь ее. Привет, кролик. Привет. Я здесь сижу на полке, никто меня не покупает. А этот как его? Макса друг. Как его зовут? Настя. Мам, давай возьмем этого пушистика такого. А он таксу еще покажи. Такса. Вот это? Нет, а, вот, вот это. Ой, кто бы мне почесал спинку. Мам, давай возьмем этого. А вот пони, смотри. Хорошо, подожди, давай сначала посмотрим. Вот еще какие красивые. Смотри, с глазками какие. Мам, глянь, какие пони большие. Это был Джек, глянь. Это Apple? Да, вот яблочки. Да, это яблочки. А розовенькая это кто? А розовенькая это Пинки Пай. Глянь, у меня шарик. Это Пинки Пай, да? Красивая, да? Красавица. А это Флаттершай.